Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз. И заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике пытается угрожать нашей стране.